Привет. Что касается разведения за Фобоса, спустя 3 года, извините за мерцающий свет, просто у меня прожектора здесь, подсветка, как бы, а если их отключу, основное освещение комнаты будет недостаточно яркое, тускло будет видео. Что касается разведения, спустя сколько, 3 года, я пришел к такому своему способу, очень простому. У меня здесь лоточек основной. Ну, размер вы сами видите, вот на фоне ладони. Лотки из-под яиц. Здесь у меня сидят и жуки, и сами личинки. Смотрите, после того, как личинки подрастают до крупного размера, ну, выбираете самых крупных, сантиметров по 5, 3-5 сантиметров самых жирных, отсаживаете вот в такие вот контейнеры. Пластиковые, без ничего. Пару отверстий для вентиляции. Отсаживаете личинки поштучно и убираете куда-нибудь в темное место. У меня это простой шкафчик вот под аквариумом. Кошка с ума сходит, думает, что я с ней играюсь. Вот. Отсаживаете личинки и спустя там 2-3 недели вы будете наблюдать вот таких вот куколок. Еще с недели 2, с неделю, может быть, с них появляются жуки. Все предельно просто. Ничего не надо подсыпать им туда, никакого субстрата. Вот даже смотрите, вот этот контейнер, я поленился отверстие для воздуха сделать, как бы ему там хватает. Спустя ориентировочно месяц заглядываете, какие жуки вышли, и берете просто, скидываете в общий контейнер. В следующий контейнер, в пустой контейнер сажаете еще одну личинку, закрываете, и если вам нужно еще жуков, и убираете также, и все. Там раз в 3 недели заглядываете, проверяете, если, допустим, смотрите, вот эта личинка, здесь видно ее, ну да, вот она личинка, не окуклилась, хотя я всех вместе в одно время сажал, она не окуклилась. Она, значит, не готова, мы ее мучить не будем. В общем, ее открываем и обратно в общий лоток кидаем. Оттуда другую личинку берем, закидываем в одиночный контейнер, убираем и на 2-3 недели забываем. Вот. Ну, я сейчас не буду на видео это все показывать. Жуков всех, которые вышли, закину в общий лоток. Посмотрю личинки, если еще там остались. Тоже их поменяю на свежих, а те, которые не окуклились, пусть дальше в общем лотке развиваются. Какая система? Ну, смотрите, общий лоток, раз в 5 месяцев выбираете личинок для поддержания популяции, потому что жуки, ну, живут там в среднем 6, может быть, 9 месяцев, где-то так, я ориентировочно не засекал их, ну, длительность жизни. Раз в 5 месяцев я беру личинок, отсаживаю в контейнеры, собираю жуков и кидаю общий лоток, и все. И как бы у меня круглый год жирные хорошие личинки для своих животных, как бы вообще не парясь ничего. Раз в месяц, можно в 2 месяца, вот смотрите, какие-то вот такие кожурки остаются после тыков, картошки там, я не знаю, овощей каких-то. Ну, раз в месяц такую гигиеническую уборку проводите, такие шкурки выбираете, и все. И раз в месяц примерно просейку субстрата. То есть содержу я их на обычной овсянке. Вот у меня тут немного осталось. Мы сейчас, ну, просто засыпаем свеженькой. И все, никаких проблем. Ну, тут вот сегодня я виноградик заряжаю. Тоже вот так побросал виноградик, и все, они там сами разберутся, покушают, кому надо, кому не надо. И примерно на дней 5 забываю о кормлении. Все, и круглый год, пожалуйста, вам жирный зоофобос для ваших питомцев готов. Если видос понравился, ставьте лайки. Спасибо за внимание. Давай, давай, Алиса, неси шарик. Давай. Идем, идем. Давай, запрыгивай. Давай, шарик. Алиска. Запрыгивай. Ну. Вот, молодец. Еще кидать? Это не кошка, это собака. Держи.
бонусное видео.